Она стол подвинула. Сейчас кровать подвинет, сейчас все подвинет. Я понимаю, да? Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами снова я, Смертник, и сегодня будем играть в инди-хоррор под названием Lady Eyes. Этот хоррор был сделан за 48 часов на Asylum Jump 2016, я ни разу его не запускал, сейчас я первый раз тут же с вами запущу. Игра сделана на движке Unity, посмотрим, что нас ждет. Мичиган, США, 1960. Ага, еще бы были бы субтитры, вообще было бы круто, в смысле, я бы хотел что-то перевести. Оба, сразу начало, громче, все как надо. Какая-то, видимо, долгая история про... Не знаю, может быть, замерзшую девушку. But now is nothing more than whispers, a ghost story. Their fathers tell the children to keep them out of the storm. But when she comes knocking, those folk won't be telling any stories. The sun's setting, so stoke the fires, light a candle. It doesn't matter what you do, so long as you stay out the dark. Обалдеть, вот он сразу начало. Сразу же, конечно же, блин, извиняюсь, потому что я только у нас учу пока английский язык. В дальнейшем буду переводить, потому что то, что я отсюда понял, я даже не вижу смысла это, в принципе, озвучивать. Что-то про детей, про какую-то другую историю, про ледяную леди. Да, я, конечно, думал, что все-таки движок здесь Unity получше будет, пятый. Ну, блин, опа, а кто в дверь-то стучится-то, а, блин, кто дома? А, блин, это я стул задел случайно. Так, мне, походу, надо два кошечка. Блин, да ты чё ж, твою мать-то, блин, а? Леди Айс, чё, контролировать темноту? Until the dark spells. Какой чёрту dark spells, блин? Шикан телепорт. Стой, блин. Я, конечно, понимаю, да, что вы пытаетесь меня как-то обучить, как играть в этой игре, но я не могу сосредоточиться на том, чтобы перевести то, что здесь написано, блин, и глядя на вот эту бабу, которая за мной ходит одновременно, это немножечко, блин, я не знаю, это странно. Мне еще... Блин. Ну, короче, там, грубо говоря, было написано, держите светлых локаций, тогда она не тронет вас, и также она умеет телепортироваться. Блин, это, наверное, самых жестких обучений, которые я когда-либо видел. Блин, темно. Темно, 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 свет, стой, стой. Блин, я не хочу умирать. Я слишком молод для этого. Уходи, женщина. Да я застрял, блин, я бы... О, блин, твою-то мать. Да, я как-то не совсем курил. Все-таки что нужно мне делать, блин? Причем управление мне вообще, в принципе, отсутствует. А, вот, я могу, точно, я могу зажигать свечи. Она тушит свечи, я их должен зажигать дальше. И за счет этого жить. Блин, ну просто первый раз она реально бродила за мной, пока это все написано. Я не мог сосредоточиться, ребят, извиняюсь, но как знаем, скоро я научусь все-таки говорить нормально по-английскому. Блин, у меня свеча опять затухла, блин. Я не люблю, когда мне тухнут свечи, блин. Да стой ты, блин, врубись. Стой, женщина. Да я не вижу ни черта, блин. Отстань, пожалуйста, отстань. Давай поговорим, давай все мирно порешаем. Блин, я не вижу, где здесь свечки. Все, полная темнота, твою мать-то, блин. Не видно ни черта. Зажги свечу, блин. Так, стой. Подсвети. Ну, ты должен. Ты должен подсвечивать все. Так, ладно. Не, наверное, пока пишем, может, типа, все-таки обучение, блин, идет. Так, у нас есть три свечи, причем. А, одна, вот она у нас где находится. Так, вторая, третья, все, я понял. Теперь что-то гаснет, мне надо будет сразу же это зажигать, конечно же. Иначе наступит дикий пипец. Блин, так, все. Сиди там, прячься, блин. Ты не имеешь права идти ко мне, да? Ты будешь всегда исчезать, когда ты будешь подходить слишком близко. Блин. Ни черта ж не видно. Оп, второй зажгли, нормально. Все, зажгли, пытаемся выживать, блин. Заодно сразу же извини. Блин, да твою мать. Надо зажигать другую свечку, я не вижу ни черта, блин. Стой. Третья свеча, блин. Где-то... Да стой, отстань ты, блин, от меня. А почему они не зажигаются? Они должны зажечься.
Блин, чертова, что тебе надо от меня? Да я тебя не трогаю, ты меня не трогай, блин. Ни одна свеча не зажигается, что делать? Вашу мать. Обалдеть, блин. Это что, у меня у каждой свечки по одной попытке всего? Блин. Оп, все, зажгли, нормально, зажгли. Так, ты где ведьма, блин? Иди ко мне. Будь со мной. Да нет, 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 не будь со мной, не надо, не надо, не надо со мной быть, смысл. Потому что я, парень, так себе стрёмненький, блин, нифига не симпатичный, поэтому просто отстань от меня и все. Давай, давай как... Давай... Да, блин. Ну, давай как-то реально мирно все порешаем. Сейчас я зажгу третью свечку, да, и... О-хо-хо-хо. Блин, ты ствол... Ты... Блин, она стол подвинула. Сейчас кровать подвинет, сейчас все подвинет, смысл. Я понимаю, да? Твою-то мать, а! А, да, это было реально, это было нормально. То есть тут написано, что я пережил, я так понимаю, 4 на 6, блядь, или чего-то в этом роде. Ладно, но игра сделана за 48 часов, я не думаю, что есть смысл дальше продолжать ее снимать. Спасибо, ребят, что посмотрели меня. Видите, даже Гром подтвердил это. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. Скоро выйдут новые видосики, сейчас я пока немножечко занят, пока... У меня школа Ютуба, все дела, которые продлится месяц. Но все равно попытаюсь по 1-2 видосика в день заливать. Ну, в любом случае, у меня там будет какое-то домашнее задание на мой канал, поэтому я буду то же самое делать. Все, ребят, давайте, всем удачи, всем пока. С вами был я, Леха Смертник. И если вы знаете какие-то прикольные реально хоррор-игры, то не забывайте писать их где-то в комментах в описании. И то, что вы хотели смотреть. Все, ребят, давайте увидимся. Понравилось видео? Жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку, тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моем канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик, жми на лайк, лайкай видео, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Леха, ты классный. А теперь совсем немножечко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!